с огнем в глазах и в руках. Мясной ресторан «Горячий цех» открыл свои двери в Красноярске. Большая кухня с открытым огнем, как отправная точка для гастропутешествия. Все как на ладони. Главная изюминка заведения – приготовление мяса четырьмя разными способами. На гриле, в печи, на вертеле и в смокере. В нем, кстати, готовится фирменное блюдо ресторана «Брискет». Фирменное блюдо является козырной, да, карточкой «Горячего цеха». Это брискет. Особенность брискета – это отруб мраморного бычка, который мы готовим в течение 16-20 часов в миксе авторских специй в нашем смокере. То есть ключевая задача – получить мясо нежных текстур и ярких ароматов огня и специй. Помимо фирменных блюд, в меню есть и ремейки на классические, полюбившиеся многим позиции в авторском исполнении кулинаров. Технология огня здесь даже в приготовлении напитков. Этот проект авторы привезли из Новосибирска, а именно от компании «Ясно рестораны». Сегодня наконец-то состоялось долгожданное открытие нашего ресторана «Горячий цех». Это прямо крутой ресторан про мясо. У нас сегодня полная посадка, лист ожидания. Всех ждем в гости. «Горячий цех» не только про блюда, но и про атмосферу. Каждую пятницу и субботу в ресторане начинается «Брискет тайм» – настоящее представление с огнем и мясом. Шеф открывает смокер, достает большой кусок мяса, бросает его на стол. Все это сопровождается огненными горелками. И после чего всех гостей приглашают попробовать самое главное – наше блюдо. А в это время в зале ребята-официанты танцуют, кричат «Горячий цех». Это очень такая зажигательная, крутая атмосфера. Ну что, вот нам одним из самых первых в Красноярске принесли тот самый знаменитый брискет. Это говяжья грудинка. Давайте же ее попробуем. Если честно, аромат просто невероятный. Я искренне рекомендую каждому попробовать это мясо. Оно просто нежнейшее. Здесь потрясающе соблюдены все специи. Такая легкая, приятная сладость от соуса. Друзья, вы не пожалеете. Ариана Тимпелина, Илья Сергиенко, новости ТВК.